Сразу две программы национального телевидения Чувашии получат дипломы Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России». Его проводит Торгово-промышленная палата совместно с Союзом журналистов страны. Победу телеканалу принесли проекты «Качество» и «Бизнес-среда». За два года авторы программы «Качество» научили зрителей выбирать качественные колбасы, молоко, минеральную воду, кондитерские изделия и хлеб. Мой коллега Дмитрий Ковалев побывал на многих предприятиях республики, чтобы выяснить, как на них налажен производственный процесс. Оценивать продукты журналистам помогают специалисты аккредитованных лабораторий. Не остались без внимания создатели проекта и эксперты, внедряющие на заводах систему менеджмента качества. Такой теме были посвящены сразу несколько выпусков программы. Передача «Бизнес-среда» и его ведущие регионы. Кубайкина знакомит зрителей с последними экономическими новостями страны и республики. Героями программы становятся предприниматели, которым удалось создать с нуля собственное дело. Оба проекта создаются при поддержке Министерства экономического развития республики и региональной торгово-промышленной палаты. Программы национального телевидения одержали победу в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации». В этом году на суд жюри всероссийского конкурса было прислано более 500 работ, но дипломантами стали только 23. Так что конкуренция была серьезной. Церемония награждения победителей состоится в Москве 23 апреля.